Да, и все-таки мы продолжим разговор о твоем рекорде. Как же ты смог установить рекорд и попасть в книгу Гиннесса? Ну, действительно, да, я делал в 2008 году Так. такой рекорд массаж, непрерывно в течение 31 часа длился. Две комиссии были, эксперты со стороны Америки и со стороны России. Правильно, выдыхай. Вот, и чтобы выдержать на самом деле такое время, я не ел, только пил дистиллированную воду. Сейчас идет процесс массажа специального, сразу с воздействием на костно-связочный аппарат. Правильно, дыши. Поэтому вы можете иногда слышать хруст, щелчки, идет мобилизация скелета И тоже человека. покраснение. Да, здорово покраснение, но если вы видите, это Да, хороший вижу. на самом деле результат. Вот, ну что, про книгу рекордов Гиннесса. Да. Ну, в общем, получилось так, что я медитировал в этом моменте. Ну, представляете, это более 2 суток длится, да? Вот. Это очень тяжело, я вам скажу. Соответственно, я впадал в медитацию, как бы глаза закрыты, а руки-то работали, да? То есть профессиональный Ну, массажист, он при человек этом, с да, ты закрытыми делал глазами все-таки может массаж. работать, да? Вот. И так получилось, что, видите, я закрытыми глазами вам демонстрирую работу. Что Но ты можешь чувствовать. можно, да, все равно все чувствуют. Но наши, получается, эксперты засчитали результат, а американские не засчитали. Они, как всегда, против россиян. Ну, вы знаете, да? Они Но тем говорят, не а он менее, спал. Он 31 спал час. на клиенте, говорит. Ну, как распал, когда это просто специальное состояние медитативное. Может быть, они хотят это все скрыть от людей, что, в принципе, есть мощности и энергетики, энергетические такие вот. 31 час ты дарил свою энергию. Ой, я прям Сейчас, подышим, останавливаюсь тоже. расслабляемся. Да, свою энергию подарил и потерял в себе ее, другим отдал. Вот, ну что, я там получил премию «Лучший массажист года» на 8-м созыве гильдии массажистов. В этом году, в 2018, мне дали кубок. Еще как наш салон Альфа Топ массажный, мы выступали Да. коллективно тоже получили диплом, грамоту. 35 городов соревновалось. Мы получили Отлично. второе место как массажный салон. Тоже считаю, это неплохой результат. Ну, это отличный результат, и теперь мы все его знаем. Так, теперь у нас Мариночка. Значит, что мы сейчас с ней? Поясничную зону, да? Поясничную зону, да, квадратные мышцы, ну и, соответственно, вот у нее стянуты немножко. Вот тут мышцы. Не больно здесь? Да, вот Надо нужно каждый немножко раз включать. все-таки ее очень аккуратненько Немножко включать. Ну, и это вообще первый раз, естественно, спрашивать. не сильно. Просто Да, первый раз обозначим их. не сильно. И в дальнейшем будем исправлять тазовые кости, они немножко сдвинулись. Вот, ну, весь процесс массажа, конечно, на видео мы снимать не будем, поэтому выключайте Да, мы все, можем мы сделать перейдем к паузу, другой потому что стороне и хорошо будем продолжать более останавливаем. сложные техники. До новых встреч, с вами был Олег Алафов-Гудвин.